12 июня состоялся торжественный прием, посвященный 5-летнему юбилею общества с ограниченной ответственностью «Дорожник». 5 лет – много это или мало? Кто-то скажет, что это совсем небольшой срок. А вот для коллектива предприятия «Дорожник» это был самый настоящий период становления. За это время им всем пришлось столкнуться с различными сложностями. Не хватало рабочих рук, а техника работала на износ. Но все удалось преодолеть благодаря сплоченной работе дружного коллектива. В день 5-летнего юбилея пришел поздравить коллектив предприятия «Дорожник», глава Амурского муниципального района Иван Масько. Уважаемые работники общества ограниченной ответственности «Дорожник», действительно, срок вроде бы небольшой, 5 лет, но мы знаем, что предшествовало до появления такого предприятия. То есть, да, было одно предприятие, были трудности, были проблемы, была действительно такая необходимость, целесообразность преобразоваться, и когда вот появилось предприятие ООО «Дорожник», которое действительно выбрало в себя все самые лучшие традиции, которые были в прошлом, мы все взяли себя. За 5 лет вы себя зарекомендовали такой работоспособной, надежной, ответственной структурой, которая действительно исполняет все поставленные перед ней задачи. Коллектив предприятия выполняет не только дорожные работы в Амурске. Именно сотрудники общества с ограниченной ответственностью «Дорожник» делают в зимний период ледовую переправу от Амурска до села Вознесенское. Занимаются обслуживанием нескольких межселенных дорог, благоустройством и уборкой территорий. Чистят дороги от снега и наледи в зимний период, а также выполняют множество иных работ. Глава Амурского муниципального района Иван Масько отметил высокую роль предприятия в социальной жизни всего района. Честь вам и хвала. Огромное вам спасибо за ваш труд, за вашу работу, за ваше ответственное отношение к своему труду. В этот праздничный день лучшим сотрудникам предприятия были вручены благодарственные письма и подарки. Именно они, несмотря на все сложности, делают все возможное, чтобы наш город и наш район стали немного лучше. Работоспособность любой организации или предприятия во многом зависит от его руководителя, от умения правильно построить работу всего коллектива. С момента основания общества с ограниченной ответственностью «Дорожник» его руководителем является Нина Антоновна Денисюк. Дорогие коллеги, поздравляю вас с 5-летним юбилеем. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и всего самого-самого наилучшего. Коллектив телекомпании «Амурск» в свою очередь также присоединяется к поздравлениям и желает всем работникам общества с ограниченной ответственностью «Дорожник» благополучия, счастья и успехов в их профессиональной деятельности.